Заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца «Ариэль» отметил свой 30-летний юбилей на родной сцене Центра культуры и искусства «Спутник». Все подробности этого яркого мероприятия смотрите в нашем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». В нашем городском округе, пожалуй, нет ни одного человека, который не знаком с танцевальным творчеством «Ариэль». На протяжении 30 лет дружные и талантливые дети «Ариэлек» радуют жителей своими выступлениями на городских мероприятиях. История становления коллектива началась в далеком 1992 году. В «Спутнике» проходил танцевальный конкурс «Мини-мисс». Но, к сожалению, не было хореографов, которые могли бы подготовить детей к мероприятию. Увидев объявление о конкурсе, Жанна Багратовна Гугушвили решила поставить танцевальный номер для дочки Наташи. Другие родители высоко оценили творческую работу Жанны Багратовны и попросили ее о помощи – поставить танец и их детям тоже. Директор «Спутника» стала свидетелем одного из таких занятий, которые проводила Жанна Багратовна, и предложила ей вести хореографический кружок. Она с радостью согласилась. И вот уже на протяжении 30 лет Жанна Багратовна является его бессменным руководителем и идейным вдохновителем. Первые ученики будущих «Ариэлек» – это 4 девочки. Название для коллектива придумали они же. На данный момент в коллективе занимаются 110 человек. Возраст девочек и мальчиков от 3 до 18 лет. Сколько талантливых детей вырастил и выпустил коллектив за 30 лет, Жанна Багратовна не знает, но обещала обязательно посчитать к 35-летнему юбилею коллектива. Жанна Багратовна рассказала о том, к чему стремится коллектив и каких наград и побед еще не хватает в копилке «Ариэль», а также сказала теплые напутственные слова своим любимым ученикам. Стремимся, как к чему стремимся? К гран-при стремимся, к лауреатам первой степени стремимся, к качественному танцу стремимся, к красоте, к здоровью. У нас гран-при, у нас было гран-при танцевального бриза первый год, и на 10-й год был гран-при, это который у нас здесь краевой проходит. Потом у нас гран-при было в Артеме, гран-при было во Владивостоке, во ВГУЭСе. Ну, лауреаты первой степени – это всегда наши, и мне как бы очень не хочется опускать эту планку. Я хочу им пожелать, чтобы они по жизни шли с танцем, с позитивом, чтобы все трудности они преодолевали с такой же легкостью, какой они преодолевают танцевальные движения. В программу праздника вошли лучшие номера всех возрастных групп танцевального коллектива. В день рождения принято дарить подарки. В этот день их было много. Это не только цветы, сладкие презенты и грамоты, но и танцевальные номера добрых друзей и коллег по цеху из других муниципалитетов края. Со сцены звучали песни в исполнении народного ансамбля «Услада», «Мария Зварыч», «Алимбая Матикубова». Большим сюрпризом для зрителей было выступление пятикратных чемпионов мира Ивана Юдина и Ольги Сбитневой. Спортсмены приехали в Фокино из Москвы. В этот день в адрес коллектива «Ариэль» звучали теплые слова и пожелания успехов и процветания. Я поздравляю наш замечательный, один из любимейших коллективов, заслуженный коллектив Приморского края, образцовый ансамбль танца «Ариэль», с их такой замечательной датой, с 30-летием. Что такое 30 лет? Это молодость, это мечты. Это какие-то события, да? Немножко если перевести на возраст человека, то можно сказать, что только все начинается, вся жизнь впереди. Поэтому пусть их путь будет светлым, мирным, много им творческих побед, побед в конкурсах различных, фестивалях, не только в Приморском крае, но и далеко за его пределами.